Так, мы сейчас будем с вами делать бутерброды. Это нам понадобится такой хлеб, огурчик, сыр, колбаска и листья салата. Так, ну начнем. Итак, вот такие вот бутерброды у нас получились. Сейчас делаем глазурь. Ребятки, всем привет, всем доброе утро. Это мой новый влог. И в нем я, конечно же, вам буду показывать свою жизнь в течение моей недели. Сейчас мы уже встали. Не обращайте внимания вот на это. Это я только что сняла постиранные вещи. Их надо будет сегодня погладить после учебы. Вот, короче, все заправила. Короче, тут заряжается Мак. Это моя малышечка. Вчера ее помыли. Вот такая вот она у нас красоточка. Лидюша моя, слёрки и мой черный нож. О, короче, ребят, по поводу айпада. Я его, короче, загрузила полностью. Все тут. А, теперь есть. Так. Короче, по поводу этого приложения. Оно просто огонь. Да, берем. Вот, короче, смотрите. Мне сегодня на пару нужно подготовить было ответы на вопросы. И вот я составила по каждому вопросу ответ. Так. И... короче, ладно, потом сделаю. И вот так вот все оформила. Тут можно все выделять, подписывать, все, что вам, короче, нужно. Так это все выглядит. И моя лекция, которую я писала. Блин, не туда. Которую я писала от руки. Так вот она выглядит. Господи. Короче, приложение крутое. Крутое, ставь ему лайк. Всем советую, у кого есть iPad, которые поддерживают стилусы, точнее, Apple Pencil. Всем советую это приложение, Notability называется. Ну, а я, короче, сейчас уже собралась. Такой у меня сегодня look of the day. Свитер укороченный и джинсики. Вот. В принципе, все. Я сейчас уже еду в свою малышечку, крестцедочку мы оставляем. И собираемся выходить. Вот так вот. Что, ребятки, я уже собралась, оделась, взяла все свои причиндалы и еду в университет. Поэтому увидимся уже с вами там. Сегодня одна пара, поэтому сегодня хороший день, но пахать придется нам сегодня тоже после пары. Короче, ребятки, мы уже приехали с универа, сейчас зашли в Албарис, я взяла, забрала чехол для макбука. Дома вам обязательно покажу, сейчас еще пойдем за чехлом для айпада. Короче, ребятки, взяли мы вот такой чехольчик для айпадика нашего. На, распаковывай. Доверим это Павлу. Вот машина. Сейчас поворачивать будет Паша. А, нет, она не говорит. Да побери как-то очень медленно. Побери, куда бери? А где стилус? Ты мне так и подала. Паш, я видела, что ты его отсоединяешь. Ты мне так его дала. Паш, что ты мне врешь? Хорошо, вру. Ну, приятный материал, потрогай. Да, давай, одеваем. Где iPad? Чего? Сначала с камеры выехать, с этого хочу. С кнопок, чтобы их не повредить. Тяжело заходит. Кайфовый. Покажи хоть, ничего не видно. Вот так вот.
Ну-ка, с другой стороны как? Блин, реально крутой. Все, я забираю себе. Короче, ребятки, мы приехали домой, взяли свою булочку и идем гулять. Идем гулять. Вот. Ждала нас. Время уже 12, а мы только идем гулять. Вот такие вот продуктивные будни, что приезжаем домой в 12 часов ночи. Ой, так устала, ребята, хочу спать. Но мы идем гулять. Ребятки, всем привет, всем доброе утро, сегодня уже следующий день, и сегодня у нас среда, и у нас дистанционный день, у нас сегодня будет всего лишь две пары лекций. Сейчас я уже собралась, сделала, сегодня мы едем к моей бабушке, так как она приехала в Москву, будем навещать ее с дедушкой. И сегодня по плану мне еще маникюрчик, потому что моему маникюрчику уже пора меняться. Моя маникюрщица заболела, в общем, пришлось перенести запись, поэтому ногти вот в таком состоянии отвратительно. Но ничего, сегодня мы это исправим. И еще у меня сегодня по плану сделать презентацию и составить текст, который мне надо будет рассказать завтра на паре. Вот, поэтому сегодня вот такой вот день. Достаточно должен быть продуктивный, потому что завтра очень много пары, нужно к ним подготовиться. Поэтому ладно, ребятки, я беру тут всякие компоты, баночки, короче, бабушке отвезу. Мы сварили и... Ладно, короче, все, я поехала, ребят. В общем, мы приехали. Мне на маникюрчик. Давайте посмотрим на мои ногти, которые в ужасном состояние, тут вообще уже нет ногтя. Ну, в общем, сейчас мы сделаем ногти, точнее, я сделаю, и вам покажу, что и как получилось. Павел будет меня ждать или нет? Молчание. Сколько время? Все, я погнал. Ну что, ребятки, сделаем маникюрчик вот такой вот небесно голубой. Вот. Короче, сделала себе короткие ногти. Не знаю, короткие нормально будет. Ну, что-то захотелось мне короткие ногти. Павел от меня уезжает. Засранец. Посмотрите, сумочка. Паша. Говнюк. Посмотрите на это наглое лицо. Ты вообще нормально меня хотел бросить? Нет. Я сделал твое стекло вообще жесть. Как тебе мой маникюрчик? Прикольно. Че, ты все одинаково сделал ногти? А, нет, один какой-то больше. Вот еще. А, прикол. Красивый? Да. Ну все. Можно чилить. Мы идем гулять, как всегда, вечерние прогулочки. Леди, идем гулять. Гулять идем. Где мой сладкий бобик? Кстати, мой маникюр в хорошем освещении. Вообще огонь. Как он? Мне нравится. Чуть-чуть глаза светится. Ребятки, всем привет! Сегодня новый день, и я уже оделась, накрасилась, собралась уезжать в университет. Сегодня у нас 4 пары подряд, да. С 12 до 7 мы будем учиться. Хочу вам показать свой лук. А, вот такой вот у меня лук, вот такая вот укороченная кофточка, джинсы. Ну и, в принципе, все. Да, короче, ребят, я сейчас одеваю уже пальто и убегаю вниз, потому что там меня уже ждет Павел. Вот, и мы немножко опаздываем в университет, поэтому надо выбегать.
мы уже приехали с универа к родителям, покушали. Сегодня вам не снимала в университете, так как сегодня был такой нагруженный день, столько информации, столько задач, вопросов, что у меня просто не было времени достать вам и что-то заснять, ну, из-за того, что реально было очень загружено. Но обязательно я вам засниму в следующий раз, если получится. Потому что сегодня был такой день, прям учёба, учёба, прям с утра до вечера только учёба. У нас такой день в основном один в неделю. Ну, как бы мы каждый день учимся, но чтобы с самого утра и до самого вечера, это только один день. Вот, поэтому вот такие вот делишки. Ну, а сейчас мы, короче, приехали, отдыхаем, и надо ехать домой. Мне готовится право, завтра право, и мне нужно выписать лекции, точнее, переписать лекцию. И выделить основные моменты, чтобы завтра отвечать на паре. Вот, вот такие вот дела. Я сейчас мою ручки и иду вниз. Ну что, ребят, мы приехали домой. И сейчас по плану у меня заняться учебой. А точнее, подготовиться к завтрашнему семинару. Это Лиды пьет. А точнее подготовиться к завтрашнему семинару по праву. Вот мне для этого нужно будет переслушать 3 пары, 3 лекции и все это выписать к себе в iPad. Да, теперь я буду пользоваться iPad-иком. Это мой iPad и Apple Pencil. Короче, сейчас буду открывать и слушать. Не было. Сейчас начинается сегодняшнее занятие, а позже таких слайдов будет гораздо больше. Что, ребятки, всем привет! Сегодня у нас новый день, и сегодня мы едем в университет. У нас одна пара по праву. Я к этой паре готовилась вчера весь вечер, и сегодня полдня. То есть с 10 утра и до 2 часов. Вот, короче, я очень устала. Мне еще там нужно найти пару вопросов в интернете. Не знаю, как я сейчас вот это все успею. Нам осталось до пары меньше часа, но... будем стараться, поэтому ладно, ребят, мы поехали, будем выезжать. Уже более подробно расскажу вам чуть позже. Ребята, всем доброе утро. Мы уже встали, накрасились, оделись, позавтракали, самое главное. И сейчас мы выезжаем на учебу. Сегодня прекрасная погода, солнечно, небо голубое. Правда, холодно, но хоть погода нормальная. Вот, сегодня у нас 2 пары по испанскому. Вот заметила, когда у нас идет испанский, почему-то погода нормальная. Вот, ну, короче, 2 пары испанского, а потом уже, не знаю даже, что делать будем. Скорее всего, либо к родителям пойду, либо сюда, потому что Паша едет работать. Вот, вот такие вот дела, такие-то планы. Ну, а я уже собралась и выхожу. Завтрак у нас вот такой вот будет бутербродик, помидорки, сыр, колбаска и немножко кетчупа. Сейчас я возьму лопаточку, и нам надо будет с вами закрыть. Так, мы крутимся. Оп. Вот так. Сейчас он немного подпечется, и мы перевернем его на другую сторону. Вот такие вот получились у меня бутербродики. Вот Паша, и вот он. Ну и чай, я черный, Паша красный. Мы сейчас выезжаем и едем покупать цветы.
Подарок мы уже купили, а вот цветы еще нет. Поэтому нужно сейчас будет ехать за цветами. Взяла с собой iPad. На всякий случай, мало ли что по работе нужно будет сделать. Пакетики. Да, вот такой большой, правда, с елочками, но не знала, у меня других нет. Взяла вот такой вот. Посмотрим, влезет наш подарок или нет, потому что он достаточно габаритный.